Всем привет! Вы на канале Nail Blogger. И сегодня я хочу рассказать вам о кварце. Я получила посылку очень большую от сайта sk.com. Продукция у них очень качественная. Внизу будет ссылка на группу ВКонтакте и на сайт. Итак, хочу показать вам кварц. Блестящие, различные неправильные формы, овальные, полукруглые. В этом видео я расскажу о его плюсах, минусы я пока не нашла. И о его методах крепления и носки, потому что я уже попробовала их на клиенте. Итак, что нам понадобится? Я взяла две типсы, красную с втиркой и черную. Это черная типса, кстати, большой плюс, хотела вам посоветовать их. Удобно очень наносить втирку для палитры. Также удобно наносить дизайн кошачий глаз, то есть вам не нужно красить ее в черный цвет. Это лишь для вашего удобства. Они мне очень понравились, цена их такая же, как на прозрачные типсы. Вот я сразу взяла и нанесла на нее топ без липкого слоя. Потом я нанесу на черную типсу Юки, также от сайта sk.com, и нанесем дизайн кварц. На что я буду наносить дизайн? Попробуем двумя способами. Первое – это гель без липкого слоя для нанесения страз от Rio Profi. И обычный, но очень классный способ – это база Коди и акриловая пудра прозрачная. Итак, я взяла заранее подготовленную типсу. Липкость мы сняли. На такую подложку у меня эта баночка. Наношу каплю, ставлю нашего финиша для крепления страз. Кисточкой обычно наношу задуманный дизайн. Я хочу нанести вертикально. То есть я наношу линию толстую, довольно-таки хорошую. В чем плюс данного финиша для крепления страз? То, что он не течет, он очень густой. И также не имеет липкого слоя. Итак, нанесла примерно в линию. Кисточку, ну, чищу баночку и выбираю, то есть я буду наносить кварц такого вида. И аккуратно просто креплю сначала крупные детали, потом буду добавлять мелкие. У нас получилось. Отправляем в LED-лампу на 30 секунд, в ультрафиолетовую на 2 минуты. Достаю из лампы и прокрашиваю торцы, как бы загоняя туда наш топ для крепления страз, чтобы наверняка все держалось. После этого также отправлю в лампу в ультрафиолетовую на 2 минуты, в LED на 30 секунд для закрепления результата. И после чего обязательно нужно их перекрыть, потому что имеет место быть смывка пигмента, то есть затирка. Элементарно, человек моет руки, мажет кремом или делает какие-то дела. То есть этот пигмент может затираться. Чтобы этого не случилось, и клиент в следующий раз сделал такой же дизайн или сказал хороший отзыв о его носке, я его покрою топом без липкого слоя от Miss. Отправляем в лампу. Следующий дизайн кварц мы будем крепить на самостоятельно приготовленную смесь. Это база Коди и акриловая пудра, белая, прозрачная или розовая. Ну, желательно, чтобы она была прозрачной либо розовой. Вот у меня такая получилась консистенция. Могу сказать точно, что когда я крепила на Rio Profi либо от Lionel топ для страз, стразы иногда отлетали. От этой приготовленной смеси никогда не было сколов страз. То есть стразы всегда держались до последнего. Поэтому мне кажется, что это выгоднее и не нужны лишние затраты. То есть, если вы пользуетесь базой Коди, я пользуюсь только базой Коди. Для меня это удобно. Итак, приступим. Сейчас мы возьмем наши типсы.
уже черные, подготовленные, и вотрем в нее хлопья юки. Эта типса уже черная сама по себе изначально, перекрыта топом без липкого слоя от мисс. Вот как она замечательно втирает наш пигмент юки. Сейчас мы ее перекроем, эту типсу, глянцем, предыдущую матовым. Отправим в лампу и начнем крепить наш кварц. Вот мы вытащили матовую типсу. Покрываем ее нашим самодельным составом. Для крепления страсы я использую и для кварца. Сейчас будем выкладывать композицию. Достали из лампы, прокрашиваем торцы тонким слоем и сушим в лампе. Ну, в принципе, вот так будет выглядеть ваш дизайн, если вы не будете его перекрывать сверху топом. Но есть вероятность того, что он затрется. Ну, давайте это так и оставим, эту типсу, а я скажу, как будет в процессе носки ее. Вот наша матовая типса. Вот. Получилось. Здесь я ничем не буду ее прикрывать, потому что наша приготовленная база с акриловой пудрой, я думаю, будет хорошо носиться и держаться. Ну, вот такой результат. Вот такой дизайн кварца он получился. Новинка. Мне он очень нравится, клиенты его любят. Но интересные модели можно сделать. Также можно сделать какие-то лепки, цветы, тоже на ваше усмотрение. Добавлять камни и так далее. Внизу под описанием будет ссылочка. Всем спасибо, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!